У ефірі програма «Новини регіону». У студії Аліна Мільшанкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Процедуру санації притягнули на Биховському консервово-городіно-сушильному заводі. Останки 46 червоноармійців і 12 медальйонів. Нові знаходки пошуковиків у Чаузькому районі. Подведены выники централизованного тестирования на Могилевщине. Увесь сёлетний урожай зеленого горошку распродаден. Такую новину нам поведомили на Быховском консервово-городино-сушильном заводе. Продукцию отгружают в основном у Россию. Меж тем днями предприимства подолжили еще на 5 годов процедуру санации. У заводском филиале «Макранский» сёлета вырастили вельми добрый урожай зеленого горошку. И вытворчасть гэтым часам працавала практично круглые сутки без выходных дзён. Гэта дае свои выники. Контракты у основным с россиянами на поставку популярной продукции подписаны. Атрымана папярэдняя оплата и ідзе отгрузка. Гэты факт сведчанне стабильной працы завода, які проходзіць процедуру санации. Паводле рашэння Магілёўскага эканамічнага суда, яна падоўжана на 5 гадоў пасля першага 30-месячного термину. 2015 год прошел тяжко, с падением вытворчасти, але летась ситуация стала выправляться. Теперь завод вышел на прибытковую працу. За 7 месяцев тут вырубили больше за 19 миллионов умовных слоиков и бляшанок при годовой вытворчей могутности у 28 миллионов. Теперь у Быхове приступили до нарыхтовки кабачков и вытворчасти кабачковой икры. Сегодня на консервовом заводе працует 425 человек, и он забеспечивает 4,5% податковых поступлений у бюджет Быховского района и 15% валютной выручки. Продукция Быховского завода отправляется у 20 краин. На Могилевщине з'явился первый 4-тысячник. Более за 4000 тонн збожа перевез молодой водитель сельгаспредприемства Александрийское Шкловского района Игорь Ярошов. Гэта пятое жніво, на якім працуе водитель Игорь Ярошов. Кажа, заўсёды падабалася менавіта водительская справа. Троючы дагэтуль становился удельником районного свята дажынки. Аднойчы его запрашали на областный фестиваль працаўнікоў вёскі. Пока что это для меня рекорд. Таких цифр еще не было. Было 3600 в прошлом году, в этом году уже 4. Повиншовать с гэтым значным досягненнем молодого водителя приехали керавник с правами президента Беларуси Виктор Шейман и его наместник Надея Катковец. На жніве у Крычевском районе працовникам села допомагают городские предприемства. Задейничана техника и працовная сила горожан. У гарачую жнівеньскую пару аграры им допомога пришла у потребный час, переканалася наш корреспондент Татьяна Белоусова. Только что собран урожай, что выспел на полях, сельгаспредприемство «Бель» одразу перевозит на сбожжаток. На отвозце зерни и соломы працуя два великогрузные мазы предприемства «Крычаў цемент на шифер». Вязковцы у тандеме с горожанами различивают справиться с працей больше худко. Работается нам хорошо, коллектив великолепный. Мы здесь находимся сначала уборочной, помогаем предприятию убрать. Кормят великолепно два раза в день. Природа, романтика. Стараемся побыстрее убрать. Работаем с 8 до 8. Допомогу горожан вязковцы только витают. Интерес аграриев собрать сбожжа якостно и своечасово. Зараз гэтаму спрыяе не только на дворье, але и реальная допомога города. А ураджай сёлета добры. Механизаторы сельгаспредприемства «Бель» Иван Добровольцев и Анатоль Капралов днями вышли у тысячники. Работается нормально. Хороший урожай вырос. Намолачиваем много. Отношения управления колхоза нормально относятся. Кормят, все хорошо. Командировочные по машине помогают нам отвозить. Хорошо работается. Погода способствует уборке? Да, конечно, очень. Погода хорошая. Очень помогает. Слава богу, дождей нету. Кожный день на Крышевщине обмолачивают 6% площадь. У гэтым сельгаспредприемствам района допомагают не только заводчане. На поле Субель мы находимся, оказывают помощь предприятия «Шифер», «Цемента Шифер», ну, по отвозке зерна. Две автомашины, два маза большой грузоподъемностью оказывают перевозки зерна на зерноток от комбайна помощь. Также написано председателя распоряжения располкома оказание помощи людскими и также техникой другим предприятиям. Это и дорожно-строительные организации, и филиал «Белшины» нашей похода, как видите, сопутствует. Поэтому, если все нормально сложится, к 20 числу район завершит уборку урожая.
Як паведамілі ў райвыканкаме, сярэдняя ўраджайнасць на Крычаўшчыне 30 цэнтнераў з гектара, цяпер у засеках 24 тысячы тонн збожжа. Гэта 70% запланаванага. Да канца тыдня хлебаробы плануюць даведацца выніковую лічбу, колькі будзе важыць раённы каравай. Навіны рэгіёна з Крычаўскага раёна. Ухіленне ад уплаты падатка ў буйным памеры. У гэтым абвінавачваюць дырэктара адной з камерцыйных фірм Асіповіцкага раёна. Яго прадпрыемства павінна было заплаціць у бюджэт амаль 22,5 тысячы рублёў. Прадпрыемства займалася вытворчасцю драўнянага вугалю. Для гэтага набыла ў дальнім замежжы абсталявання, якое з'яўляецца аб'ектам падаткаабкладання. На працягу 3 год фірма павінна была заплаціць падатак на прыбытак. Дырэктарам общество с ограниченной ответственностью главному бухгалтеру было дано указание о том, чтобы данный налог не исчислять и налоговую декларацию по данному налогу не предоставлять инспекцию Министерства по налогам и сборам. Вот, в результате проведенной проверки было установлено, что таким образом директор общества уклонился от уплаты налогов в сумме 22 491 рубль. На кіраўніка завялі крымінальную справу, маёмасць арыштавалі. Ён выказаў гатоўнасць садзейнічаць са следствам і кампенсаваў шкоду дзяржаве. Андрэй Шуляк, Сярэй Карпякоў, Константин Чаўцоў, навіны рэгіёна. На пажары ў Шклоўскім раёне загінула пенсіянерка, гарэў прыватны жылы дом. Падчас ліквідацыі ўзгарання на падлозе веранды пад абломкамі будаўнічых канструкцый выратавальнікі знайшлі цела гаспадыні. Спецыялісты высвятляюць прычыну здарэння. У суботу 19 жніўня будзе арганізавана прамая тэлефонная лінія з намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама Андрэем Кунцэвічам. Калі вас хвалююць пытанні ў сацыяльна-культурнай сферы в області адукацыі, ахове здароўя, можна звертацца па нумары ў Магілёве 50 18 69. Телефонная линия будет працаваць с 9 до 12 годин. До Андрея Кунцевича можно будет так само звернуться с пытаниями по спорте и туризме, по оздоровлению и санаторно-курортным лечению как дорослых, так и детей, выказать пропанову по гуманитарной деятельности и социальной обороне насильництва. Нагадаем, телефон для совязи 50 18 69 у Могилеве. Одночасово прямые телефонные линии проведут керовники усіх гар и райвыканкама у Могилевшины. Так, например, у Могилевским гарвыканкаме ваши проблемы попробуя вырешить наместник старшини Алла Галушка. Номер телефона 42-21-02. И у той же час у Бобруйским гарвыканкаме ваше телефонование будет принимать керавник с правами Людмила Пагуда. У Бобруйску номер телефона 76-21-41. Останки 46 чырвонаармейцаў і 12 медальёнаў. Такі вынік пошукавых работ актывістаў гісторыка-патрыятычнага клуба «Вікру», спецыялізаванага батальёна Міністэрства абароны Беларусі у Чаўскім раёне непадалёк ад вёскі Самулкі. По осиплых подликах специалистов, у полях каля вёскі Самулкі застались каля 1500 чырвонаармейцаў, оборонцев Могилёва, якія загинули у 1941 годе. Усе яны значатся згинувшими без весток. А тут яны трапили у другое кольцо окружения после отступления с Могилёва. Мясцовые жыхары закапывали их на место гибели. Активисты гісторыка-патрыятычнага клуба «Вікру», специализованный батальон Министерства обороны и российские пошуковики за тыдень раскопок знайшли останки 46 солдат 1941 года и аж 12 медальонов. 10 отправили на экспертизу в Минск. 2 удалось прочитать. Это Иргаш Парпиев из Узбекистана и Павел Иванович Верховод из города Серпухов Московской области. 21 жніўня отбудется перапахаванне воинов у братскую могилу. Новый этап раскопок распачаўся теперь уже на территории Слаўгородского района. Пошуковики працуют каля вёскі Александровка, где полегли оборонцы Могилёва при переправе праз СОЖ. Залічэнне ў вышэйшай навучальнай установы завершена. Максімальная колькасць балаў, якія можна было набраць па выніках цэнтралізаванага тэсціравання, плюс сярэдні бал школьнага атэстата – 400. І, дарэчы, многія набліжаліся да запаветнага выніку. Увогуле, сёлета па вобласці скончылі 11 класаў 6416 чалавек. Республиканский институт контролю ведаў подсумовывая выники сёлетнего ЦТ по областях. Але уже видовошно, что проходный бал у ВНУ подрос, что значит и испыты сдали лепш, вышей. Сярод тых, кто набрал 100 баллов по одним из тестов у сёлетней уступной кампании, и могилеўчанин Роман Корнеев. По русской мове максимум. В прошлом году в БГУ на проходной был на факультет программирование 300 баллов плюс, а в этом году 336 плюс.
Роман – выпускник областного ліцею номер 3 і уже студент Московского авіаційного института. Причому каже, что высшую установу мог выбирать. Отзнаки по тестах и уступных испытах гэта дозволяли. Я как бы всегда в своей жизни ищу трудности, это как бы вызов для тебя. И я считаю, что для меня сложнее будет учиться, допустим, в Москве, чем в Минске. Образование и там хорошее, возможно, даже в Минске и сложнее было бы. Но в плане того, как ты выживешь, как устроишься, сложнее будет в Москве. И для меня это более такая заветная цель. Хлопец упэўнены, что централизованное тестирование добра даётся больш мэтанакіраваным и працавітым. У основе поспеху – карпатлівая праца вучняў, педагогаў и бацькоў и, безумоўна, удача. Падчас існавання ЦТУ у областным ліцеі номер 3 было 36 стубальнікаў. Сёлетнюю інформацію яшчэ не падсумавалі. Можа, іх спіс папоўніцца, гаворыць дырэктар. І будуць яшчэ рэкардсмены. Такія, як, напрыклад, выпускніца областного ліцея номер 3 2009 года Кацярына Якубёнак. Яна двойчы стала стубальніцай. Вышэйшы бал атрымала па біялогіі і беларускай мове. Кацярына Гарадніцкая, Мікалай Собалеў, навіны рэгіёна. Амаль 100 квіткоў на верасень прадалі ў касах Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Распачаўся продаж білетаў новага сезона. Ён сёлета юбілейны, 130-й. Афіцыйнае адкрыццё запланавалі на суботу, 23 верасня. У тэатры пакажуць прэм'еру мінулага сезона «Казкі старога Арбата». Што да новай прэм'ернай пастаноўкі, яе пачнуць рэпеціраваць з верасня. Гэта будзе спектакль па п'есе Уладзіміра Ліцкага «Дурачка і зэк». Меладрама і камедыя, няпростая і простая гісторыя пра чалавечыя зносіны, пра веру, надзею і каханне. Ставіць п'есу беларускі рэжысёр Андрэй Гузій, вядомы магіляўчанам сваімі добрымі і шырымі пастаноўкамі. Разнастаіць новы тэатральны сезон у верасні гастролі мінскага сучаснага мастацкага тэатра са спектаклямі «Дом вергном» і «Бешаныя дзеньгі». У кастрычніку завітае ў госці ў Магілёў дзяржаўны маладзёжны драматычны тэатр Малдовы. Па словах арганізатараў, тэатры знаёмыя і любімыя магіляўчанамі па Мартконтакце. У гэтыя выхадныя пройдуць дрыбінскія таршкі. Рэгіянальны фестываль народнай творчасці і рамёстваў будзе ладзіцца ў 7 раз. На свята Дрыбін запрашае гасцей і жыхароў района 19 жніўня. Плануется, что у дрыбинских торжках возьмут удел больше за 100 белорусских майстров народной творчести. По словам организаторов, свято традиционно распачнется на уезде у Дрыбин, и, каб опынуться на фестивале, гостям треба будет продемонстрировать свои таленты. До речи, с самой раницы у центра Дрыбина разгорнется мастацкий вернисаж. Улицы перетворятся у гандлевые рады. Тут можно будет не только набыть сувениры, але и научиться их робить самостойно. Мясцовые рамесники проведут майстер-классы по валенні, соломы и лапте плетенні. А кроме этого, на святе можно будет почастоваться медом и разностайными присмаками, а так само поспробовать разные стравы с национальной белорусской кухни. Разностайные гульни, аттракционы, конкурсы и забавляльные пляцовки чакают у всех, кто завет на свята. Урачыстае адкрыццё адбудзецца апоўдні. У цэнтры Дрыбіна пройдзе святочнае шэсце і тэатралізаваны канцэрт з удзелам калектываў з Беларусі, Расіі, Украіны. А напрыканцы свята ў 23:55 неба над Дрыбінам размалюе святочны феерверк. Бегавы выклік у 100 тысяч кілометраў зрабіў адзін з сотавых аператараў усім беларусам. Адмысловая дабрачынная акцыя з 26 жніўня па 4 верасня захопіць кожны абласны цэнтр. Акция протягнется 10 дней, и головная ее идея, как за этот период жыхары Беларуси у агульным заліку пробегли не меньше за 100 тысяч километров. По словам организаторов, при выполнении усіх умов, один сотовых операторов мобильной связи перелишит 100 тысяч белорусских рублей на рахунок республиканской дитячей больницы медицинской реабилитации. А умовы удзелу у республіканскім марафоне простыя. Бегчы можа любы чалавек. Для гэтага патрэбна закачаць прыдатак у свой смартфон, а потым скриншот з вынікам прабегу і абавязковым хэштэгам трэба размясціць на сваёй старонцы ў сацыяльнай сеці. Менавіта па гэтых тэгах і будзе падлічаны канчатковы вынік забега беларусаў, удакладняюць арганізатары. Наши новины доступны на сайте tvrmogilyov.by. А я з вами развітваюся, добрага вам настрою і да сустрэчы. Thank you.